Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Французский художник, востоковед и автор песен Жан Раймон Ипполит Лазебреж. Родился в 1817 году во Франции. Несмотря на проявленный некоторый художественный талант, его отец, который был пекарем, отказался разрешить ему учиться рисованию. С 1830 года он и его семья жили в Алжире. В 1838 он отправился в Париж, чтобы начать обязательную военную службу. После демобилизации остался в Париже, где учился у скульптора Давида де Анже и художника Франсуа Бушо. Начал с религиозных работ, чтобы получить правительственные заказы на церковные фрески, поскольку студенческие годы оставили его в бедности. Я цитирую Википедию. Примечательной картиной этого периода является смерть Богородицы. Она находится в часовне дворца Тюильри. Вернулся в Алжир в 1861 году из-за проблем со здоровьем и начал работать в жанре ориенталиста, создавая его основном портреты. Вместе с Жозефом Синтесом и Альфредом Шато он помог создать алжирский стиль ориенталистской живописи, характеризующийся реалистичным изображением людей и мест. Периодически возвращался во Францию, чтобы поработать над фресками. В 1863 году начал создавать 9 эпизодов из жизни Марии для часовни церкви Нотр-Дам-де-Ли-Куврансс Орлеанский, которые были завершены в 1868 году. Работал над этим 5 лет. По итогам Всемирной выставки 1867 года был удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона. С 1865 по 1869 год оформлял дворец Сен-Лоран, также в Орлеане. Среди его учеников были Поль Дюмулен, Арман Поин, Каролина Эспине и его собственный сын Пол, который также стал художником-востоковедом. Его работы можно увидеть в Музее искусства и истории Нарбонны, Музее набережной Бранли и Музее Арсе. Помимо живописи, сочинил множество вокальных мелодий, некоторые из которых, такие как «Да здравствует Париж» и «Возвращение во Францию», стали достаточно популярными. Положил на музыку несколько стихотворений. Его книга «Табака» в кавычках была записана ансамблем Уэльса Пола ван Невеля. Умер 24 октября 1887 года в Алжире. Вот так вкратце из переводной Википедии о Жан Раймон Ипполит Лазерж, французский художник-востоковед и автор песен. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.